because I was 10 years old. Now I'm... Never too late. Never too late. Спасибо. 50 клапов, ваши аплодисменты, Минский. Еще, еще, давайте. Идите, идите сюда, идите сюда. Все, убегайте. Хорошо. Но они же не в последний раз к нам приехали. Мы же еще их увидим. Правда, Минск? Вот, молодцы, смотри, уже загрелись. Ну, хорошо. Напомню, конечно же, третий раз подряд Минске. Лето. Лето начинается. Жаза. Это хорошо? Вам это нравится? Тогда давайте поблагодарим организаторов и партнеров. Скажем спасибо. В первую очередь, Минскому городскому исполнительному комитету, без поддержки которого джазовые вечера невозможно представить. Спасибо им! Конечно же, банку БелВэп, бессменному генеральному спонсору проекта на протяжении 3 лет, выводящих вот к нам сюда этих замечательных джазовых исполнителей. Фонд идей, организатор и вдохновитель фестиваля. И, конечно же, большой привет концертному агентству Equilibrium Arts. Напомню о том, что хэштег JazzBelWeb будет весь этот месяц, все 3 джазовые субботы. Сегодня, 13 и 20 июня, он будет работать на хорошее настроение. Вот там за лошадьми, которые дети сейчас полируют. Прекрасный стенд, там можно сфотографироваться с замечательными звездами. Поставить хэштег, а вот вторая палатка вот там, обратите внимание, повернули все головы. Нет, вторая палатка, там можно приобрести диски наших исполнителей, те, которые будут нас радовать своей замечательной музыкой, импровизацией все эти 3 субботы. И еще раз, добрый вечер, Минск, мы будем продолжать. Меня к ним не пустили поиграть, сказали, все, контрабас меня не переживет. Ну что ж, давайте представлю следующих наших гостей нашего фестиваля. Завершает наш первый фестивальный день датский вокалист Мац Матиас! При участии пианиста и композитора Питера Розендаля, а также 2 наших белорусских музыкантов Владимира Белова и Яна Сапеги! Узнали, да. Мац Матиас — датский вокалист и мультиинструменталист, покоривший европейских слушателей своей искренностью и фантастическим баянием. Как он рассказывал, у него... Хорошо хоть один. Спасибо. Иди сюда. Поднимайся. Давай руку. Поднимайся. Сама она просилась, конечно. Запрыгивай. Ей! Вот понимаете, кто был на прошлых всех наших фестивалях джазовых? Поднимите руку! Помните, у нас замечательно была традиция? Ну как замечательно? Ну так получалось, что дети терялись почему-то. А тут нашелся. Ты же не моя дочь. Мой там сидит сейчас и кушает. Вот представься, как тебя зовут? Катя. Мама здесь? Где она? Вот, мама, спасибо вам за прекрасное дитя. Спасибо, что вы привели же своих детей тоже на этот фестиваль, чтобы они услышали настоящую, хорошую, добрую музыку, чтобы они услышали джаз, правильно? Что ты, тебе нравится этот фестиваль? Да. Будешь приходить еще? Да. А какую музыку ты слушаешь? Ну, признайся, там, Алсу. Я не знаю. Лепса. Азизу. Кого? Азизу. Мама, второй ларек, там можно приобрести хорошую музыку. А что слушает твоя мама в машине? Ёлку слушает. Спасибо, родная, спасибо. Давай руку. Мама, идите сюда, поможем спуститься ребенку. Я... Таки добила. Хорошо, я с ним что-нибудь сделаю. Обязательно. Ну что, встречаем новых наших гостей в Минск. Давайте поаплодируем горячо. Про Матса Матиса я не успел договорить. Конечно же, все его прекрасно знаете. Квентин Тарантино датского джаза, кто вы думали? Это, конечно же, композитор Питер Розендаль тоже будет участвовать сейчас, вы его услышите. Владимир Белов, наш яркий бас-гитарист и контрабасист, талантливый педагог и за барабанной остановкой. Ян Сапега, блестящий джазовый рок-барабанщик, несмотря на свой юный возраст. Ян, здравствуй, родной. Привет. Я его учил на барабанах играть.
на пластиковых детских. Собственно, несмотря на юный совершенно возраст, уже знакомый широкой публике по участию в целой серии ярких и именитых отечественных проектов, сын известного барабанщика-педагога Александр Забеги. Ну что, встречаем гостей бурными аплодисментами. Да будет джаз! Вы готовы? Да, хорошо. Кстати, Ян, я понял, почему у меня не получилось сыграть нормально караван. Барабанщица из квинтета Кобра, она играла босиком, кто обратил внимание. Я понял, что мешает настоящему барабанщику. Пойду посплю. Встречаем! Защи. Раздевался. Организаторам, ей-богу, не хватит денег на это. Можно поярче? Хорошо, и теперь вторая часть. Ага. Спаситель пришел, все, спасибо. Я как знал, что на доске сегодня без дырки делать. Thank you. Hello, Minsk. How are you doing? Good to see you. It's a great honor to play for you. We've been looking forward for a long time to play for you. Cheers. На здоровье. Me, my old friend, Peter Rosendahl on the piano, everybody. And we are very happy to play with some of your finest Belarusian musicians. It's Jan and Vladimir. Well, don't worry, I'm not gonna talk so much. We'll play some music. This song is one of my compositions called Do Do. Do better to do.
you started, everybody else has started not to. Has no value, so don't argue that nothing spent is nothing gained. And if you want your heart unchained, do do.